Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы возобновляем работу канала 16.12 после эвакуации из Киева. Того самого канала, который проводит расследование коррупции власти, рассказывает без цензуры об актуальных новостях Казахстана и мира, объясняя, каким может стать наш Казахстан. Как вы все знаете, путинская армия вторглась в Украину и развязала войну. Бои и бомбардировки ведут по всей Украине. Украинцы героически обороняются и наносят большой урон агрессорам. Часть команды информационного канала 16.12 покинули Киев. Часть не смогли выехать, остались в Украине. Мы были вынуждены покинуть Киев, чтобы продолжить работу в более безопасных условиях. С нами все в порядке. Сейчас перед нами стоит задача восстановить работу канала 16.12. Необходимо снять жилье, купить оргтехнику. С Киева мы эвакуировались, оставив все свои вещи, так как перевозить всю технику, необходимую для работы, было невозможно. Мы обращаемся к вам с просьбой оказать поддержку для организации дальнейшей работы информационного канала 16.12. В описании этого видео мы оставляем наши реквизиты, чтобы вы могли нас поддержать. Мы будем очень благодарны вашей помощи. Наша цель – рассказывать вам правду о том, что происходит в Казахстане и мире. Благодарим всех за поддержку. Алга, Казахстан! Мы обращаемся к вам с просьбой оказать поддержку для организации дальнейшей работы информационного канала 16.12. Есть 6 способов поддержать канал. Первое. Разовая поддержка банковской картой, например, отправив средства, используя вашу карту Каспи для международных переводов. Второе. Ежемесячная поддержка банковской карты. Третье. PayPal счет. Четвертое. Банковский перевод. Пятое. Биткоин кошелек. Шестое. Monero кошелек. Канал 16.12 существует благодаря его зрителям.